Дискуссии, мастер-классы и, конечно, награждение лучших. В Подмосковье прошел крупный педагогический форум «Современное образование. Лидерство Подмосковья». Мероприятие началось с подведения итогов года, который оказался богатым на приятные новости. В 2017 году нами приняты ряд решений, которые позволили нам со 120 до 158 миллиардов рублей увеличить финансирование на образование. Мы регион, который в абсолютном значении сделал самое большое вливание, самое большое увлечение в систему образования. По словам губернатора, средства пойдут на заработную плату педагогов, капремонт и строительство школ, а также приобретение нового оборудования. По итогам года Одинцовский район отметился большими достижениями. Сразу 4 наши школы вошли в сотню лучших образовательных учреждений региона. В планах на будущее – дальнейшее развитие. В этом году мы вводим 2 учебных заведения – Лесногородскую школу на 1100 мест и большой образовательный комплекс в Раздорах, что позволит несколько снизить и вторую смену, и, соответственно, появятся дополнительные места для тех детей, которые пойдут в первый класс. Руководство района, сотрудники администрации и одинцовские педагоги с помощью веб-камер увидели открытие регионального форума. С самого начала губернатор дал понять, Московская область развивается, и высоких результатов ждут от каждого муниципалитета. Мы регион, который прибавляет в численности больше, чем какой-либо другой. За прошлый год численность увеличилась на 102 тысячи человек. В этом году, 1 сентября, в наши школы пойдет на 40 тысяч ребятишек больше, чем годом ранее. На 7,5 тысяч больше первоклашек. В новом учебном году правительство намерено уделить особое внимание педагогическому составу областных школ. Учителя иностранных языков смогут отправиться на стажировку за границу. А педагоги детей, которые наберут 100 баллов по ЕГЭ, получат премию в 100 тысяч рублей.